Получена новая позиция для постановки на якорь. Стоп, машина. Global Trust получила контракт на расширение торговой сети в этом секторе. Непосредственное выполнение перепоручаю вам. Сделайте все в лучшем виде, как обычно. Эти указания исходят непосредственно от правления. Здравствуйте, я профессор Дэви. Вы не будете возражать, если наука поподробнее изучит вашу модель поведения? Эти товары, без сомнения, помогут вашим заходить, если потребуется что-нибудь еще. Люди хотят быть готовы ко всему, не так ли? Думаю, мы договорились.
Добро пожаловать в Прилив, студенческий городок для особо одаренных. Доктор Тори Барток, я здесь за главную. Тяжелый труд не проблема, ведь все остальное идет отлично. Океанографией Прилив тоже занимается. Я как раз еду в одну из наших подводных лабораторий. Вы в моем скромном жилище? Не могу поверить. Добро пожаловать в Эдем Инишиэйтив. Меня зовут Яна. Мне кажется, вы могли бы принести пользу нашей организации.
Тяжелый труд не проблема, ведь все остальное идет отлично. Драка, что случилось недавно? Это надо было видеть. Правление положило на вас глаз. Я дам вам возможность доказать свою преданность. Минутку. С вами все в порядке? Задание... Вы расписались? Вы не могли бы по просьбе наук с этим разобраться?
Ага, именно тот результат, которого я ожидал. Что мне сказать, директор? Ваша ценность для компании растет. Раньше я был адвокатом в небольшой юридической... Ты улыбаешься мне плохо? Я уже сомневалась, что ты справишься. У компании всегда есть некоторое количество товаров. Рад помочь. Вот, занесло в наши края. Нужно чего? Я вас знаю. Добро пожаловать в Прилив, студенческий городок. Хотите утолить жажду знаний? Спасибо от нас с приятелями за все, что вы делаете, ну и все такое. Торопитесь. Я не намерен торчать здесь никаких чеков и расписок. Ясно?
В этом году я потрачу свои сбережения на классную тачку. Если бы мне удалось выкроить хоть немного времени, я бы и сама справилась. Вам удалось закончить наш маленький эксперимент? Похоже, по таким задачам вы специалист. На выходных у меня свидание с девушкой.
Если, конечно, снова не придется работать. Компания присматривает за своими друзьями. Спрос и предложение, верно? Вы? В моем скромном жилище? Не могу поверить.
Теоретически я должен сам это сделать. Но с практической точки зрения вы бы тоже могли. Договорились. Хорошо. В чем дело? Чудесно. И тут мы с вами быстрее. Если упустить шанс, второго не будет. Давайте по-быстрому, да или нет? Великолепно. Однако, есть еще одна небольшая проблема. Соседи тоже говорят, что дела идут неплохо. Хорошо. Фактическое доказательство моей правоты. Есть ли что-нибудь, кроме работы? Разве что для больших шишек. В этом городе у меня есть все, о чем я мечтал.
Как жизнь? Хотите утолить жажду знаний? Все тип-топ? Если верить телевизору, нет ничего проще, чем перестройка чердака. Но попробуйте заняться этим. Инструкции получены. Вывожу данные на ваш экран. Наши разработки пользуются огромным спросом. Берите, пока не расхватали. Я согласна. Это место идеально подходит тем, кто хочет добиться успеха. Ба, да это вы! По рукам. Вы найдете все необходимое за наше долгое и плодотворное сотрудничество. Минутку. Ваши умения прекрасны. Если нужна поддержка, вы пришли по вопросу. Созданы для торговли.
темп вашего развития был и... Итак, я снова здесь. Новые поступления штаб-квартиры. Мы благодарим тебя. Рада вас видеть. Договорились. Для такой масштабной программы. Не хотелось бы стоять над душ. Технологии у нас сложные, но простые в обращении. Мне надо идти. Проект «Прилив» ждет. Вы не могли бы по просьбе наук с этим разобраться?
Я рассчитываю на ваше содействие. Быстрее. Есть. Не хотелось бы стоять над душой, но времени у нас мало. Выдающийся результат при таких-то обстоятельствах. Помощь от генераторов идеи с прилива не нужна? Звучит неплохо. Если верить телевизору, нет ничего проще, чем перестройка чердака. Но попробуйте заняться этим. Вы здесь командуете? По-моему, у вас неплохо получается. Приглашенные лекторы, расписание занятий и сны. Рада видеть вас.
До сих пор не верится, меня повысили! Технологии у нас сложные, но простые в обращении. Самое то. Чрезвычайно интересно. Некогда. У меня назначена встреча с коллегами в баре. Выше голову, народ! Плащ привез свои сокровища. Займитесь этим, но не болтайте лишнего. Вот это и есть не судьба. Thank you.
Лагерь прилива. Карьера, личная жизнь. Все вертится, как заводное. Чем Global Trust может помочь вам? Что стряслось? Для такой масштабной программы поддержки, как прилив, необходима развитая инфраструктура. Надеюсь, это не проверка? Ничего не трогайте, здесь все стерильно. Каждая из этих разработок – плод упорного труда. Если верить телевизору, нет ничего проще, чем перестройка. У меня на это нет времени. А у вас, если что-то может пойти наперекосяк... Наши разработки пользуются огромным спросом. Берите, мы согласны. Как дела? Самое ценное изобретение у меня в голове, а остальное можете купить. Еще увидимся. Внимание! Опасность катастрофы. Чтобы предприятие оставалось лучшим из лучших, мне приходится быть везде и сразу. Я раздобыл кучу призанятных вещей. Ба, да это вы! Я вас знаю. Что стряслось? Ну ладно. Global Trust — компания мирового масштаба. Путешествие – часть работы. Thank you.
Здесь я добился всего. Ну, почти. Ладно, вы только... Как дела? Выгодное дельце. Добро пожаловать в студенческий городок Прилив. Я сейчас разрабатываю. Инструкции получены. Вывожу данные. Какая разница, откуда все это взялось? Никаких чеков и расписок, ясно? Надеюсь, здесь вы найдете, что ищете. Мне надо идти. Проект «Прилив» ждет. Эти приспособления сильно облегчат вам жизнь. Я согласна. Я вас знаю. Никаких гарантий. Все, типа. Как жизнь? В бизнес-схеме Global Trust добавился еще один сектор. Вы просто жемчужина в нашей короне.